Ребята, всем привет! Привет! Итак, сегодня на лыжне мы находимся. На правах рекламы я сегодня хочу вам кое-что показать. Так что сильно не ругайте. Этот телефон мне еще в начале сезона, в конце сезона должен был прийти. Рекламодатель меня подставил чуть-чуть, но я уж пообещал, что ему сделаю. Сегодня AGM X1 хочу вам телефончик показать. Помните, я в тот раз вам показывал, покажи, Юль, у меня был водозащитный ударопрочный Номи S30. С ним я с ноября месяца отходил, как вот так, наверное, да? Сейчас же пришел более совершенная модель. Здесь у нас на борту 4 гигабайта оперативной памяти. Также здесь 64 встроенной памяти, плюс здесь у нас идет супер AMOLED дисплей. В отличие от этого, здесь TFT матрица. Шикарный. Здесь идет сенсор отпечатков пальцев. Здесь идет у нас двойная камера, если видно. Такой, сейчас я вам покажу анбоксинг, распечаточку этого. Ну, быстренько это покажу перед роликом. Больно вас задерживать не буду. И начнем смотреть коп. Сейчас мы сходим еще и с Юлечкой. Вышли мы тут на реку. Сходим его потопим. Если я сейчас лунку найду где-нибудь, прорубь, то мы его утопим сейчас в реке, положим и в прорубь к рыбакам спустим. Вот они, проницаемые удары, прочные. Ну, кому интересно, обзоры там, я уж... Потому что он мне пришел не в первых рядах. Обзор уже в интернете, я на этот телефон есть. Достаточно не дешевая моделька у нас. Получается, где-то $300 такая. Но она своего стоит. Реклама, это выйдет у меня чуть-чуть попозже. Я сейчас еще неделю с ним похожу, да, потестирую. Потому что с Номи я ходил где-то, сколько, месяца три, наверное, два. С ноября месяца, да, и сейчас с этим покажу недельку, сразу же все недостатки и плюсы выявятся. Ну и в процессе расскажу, там менюшку вам покажу, все дела, распаковочку, смотрим. Целку ему сейчас сломаем. Упаковочка довольно такая качественная. Опачки. Что мы видим? Телефончик с инструкшеном, как сим-карты вставлять, ну и как пользоваться данный девайс. Оп. Две камеры, все это покажу. Соответственно, буду это видео снимать неделю. Опыт у меня с защищенными телефончиками есть. С Номи я от нас с ноября месяца, с Номи S30, кто на канале. Так, защитная. Стекло идет, никогда не понимал, для чего защищенному смартфону защитное покрытие. Ну ладно. Инструкция на английском языке, все цветное, картиночки, буклетики такие, даже без знания языка можно все понять. Ну. Дальше что мы видим в комплектации? Порт USB микро. Жаль, не Type-C. Так. Сколечко зарядка. Ага, быстрая зарядка. Quick Charge какой-нибудь или еще. Трамп какой-нибудь. Соответственно, наушнички. Наушнички довольно качественные. В плане, что шнур не такой. Заглушки, во-первых, и трепчатые. Не, не видно. Пойдет, и плюс уши менять у кого там. Большие ушки, как у Чебурахи, подойдут и такие. Ну вот, такая данная комплектация. Идем на речку мы здесь. У нас пейзажи. На лыжах катаются. Здесь, между прочим, мы монеты искали. В этот сезон я не был, позатом я здесь показывал. Гуляния проходили массовые. Сейчас мы найдем прорубь с Юлечкой. И вам покажем. Водонепроницаемость данного телефона. Уж бить его не будем молотком. Потому что это лишнее будет. Река Быстрица у нас. Стабилизация на камере. Думаешь, хорошая, Юль? Это никто не живет, это кто-то рыбачит. Речка, сейчас мы найдем не застывшую полынью и закинем ее туда. Вообще шикардос здесь у нас, сегодня погода отличная. Гуляем. Да, пошли, пойдем, чуть найдем. Нашли мы лунку. Покажи, Юль. У меня вот такая штучка есть.
Это называется кормушка. Соответственно, сейчас мы в кормушку положим телефон и спустим в реку. Посмотрим. Опачка. Опачка. Включить его надо, да? Включи. А, у меня же этот стоит. Тут сенсор отпечатков пальцев, между прочим. Очень удобная вещь. И, по-моему, она сырая, не работает. Ну-ка, работает ли? Нет, работает. Все. Покажи, Юль, что телефон рабочий. Если видно. Я его включил. Как-то не очень видно. Да хрен с ним. Че, мы, нам главное не потерять его там. О! Возьми общий план, Юль. О, я уже до дна достал. Здесь, оказывается, у берега недолго. Ну, смысла его там 2 часа держать нету, потому что даже номи, который вот был, так, мы его и бросали, и все. Ловись, рыбка большая и маленькая. Да, так что телефончик у нас, как видите, водонепроницаемый. Давай его сразу же сейчас распакуем, посмотрим. Его даже замораживали в других обзорах, я смотрел. Покажи, что все работает. О, я подаю. Ничего ему не будет. Я как-то не вижу, чтобы он... Дисплей отсвечивает. Но он сфокусирует. Все рабочее, как видите. Яркости можно еще прибавить побольше. Да? И все. Сейчас я вам еще покажу, ну, пробежимся по функциям вкратце. Покажу еще камеру, как он фотографирует и как он видео снимает. Сейчас поснимаем, соответственно, и там уже делайте выводы, стоит вам такой приобретать или не стоит. На данном аппарате установлен Super AMOLED дисплей, лучшее, что есть на данный момент на рынке. Также 4 гигабайта оперативной памяти, встроенной физической памяти, 64 гигабайта слот расширения, до 240 гигабайт можно расширить память. Версия Android стоит 5.1.1, Lollipop, но также производитель обещает обновление до Android 7. Очень шустрая моделька, понравилась, в данный момент использую как основной телефон. Примеры съемки видео. Не знаю, что-то здесь настроек вообще минимальные, нету ни настройки, ни стабилизации, ничего. Юлечка, помаши ручкой. Молодец. Тут такие эти елки прикольные. Как тут зум работает, интересно. А, во. О, тут такой зум, ёкаламане. Вообще, это я еще не на полную сделал, но стабилизация ни о чем. Такой тут зумище, Юлька. У меня руки трясутся, на со штатива. По речке мы идем. А так ничего. Но видно, что стабилизация хромает. В плане как, что нету тут у него стабилизатора. А может, в настройках есть, не мог найти пока. Камера аппарата довольно такая серьезная. Качество снимка вообще отличное. Динамический диапазон вытягивает вообще здорово. Хотя было достаточно пасмурно. Сборочка, вообще нареканий нету. Gorilla Glass 3-го поколения здесь стоит. Настоящий, никак не на Номи. Титановый корпус. Данный телефон из-за этого очень легенький. Качество сборочки, конечно, отменное. Как и материалов. Претензий нет. Все довольно герметично. Вот такой у нас сегодня телефончик на обзоре. Покажи, Юлечка. AGM X1. Не знаю, мне понравился. Я сейчас с ним буду ходить. Номи S30. Наверное, уйдет кому-нибудь в подарок. А данную модельку сейчас буду использовать. Он такой легенький вообще. Титановый корпус, все дела. Ну, сами видели. Так что ссылки будут, как обычно, в описании под роликом. Сейчас смотрим новый ролик. На, держи, Юлечка. Погнали. Воды, что ли? Хе-хе, ребята, всем привет. У нас привет. Сегодня очередная экспедиция в поисках золота. Едем на проклятые земли, залитые кровью крестьян. Специально там помещик поливал, чтобы урожаи были. Дружил с нечистой силой.
За деревню Лашино едем, там спахано в одном месте, еще по низам походим. Мы там с Колей не добили, потому что ехать далеко, скоро грязь начнется, дожди, и нам туда уже не проехать. Вот. И мы сейчас туда Коля, съездим. Если что найдем, то это видео будет, Коля, на этой неделе. Наверное, завтра или послезавтра. А если нет, то сборочку вставим. Может, и не выйдет это видео никогда. Не знаю. Едем. Куда глаза глядят, в общем. Ну чё, Коляныч, скажи пару слов ребятам. Чё, ехали, да? Жара у нас вроде спала. Уже едешь так вот, без касочки. Некомфортно, уши задуло. Думаю, кого не продуло, по трассе долетел. Рыбалку надо выложить. Коля, все, на рыбалочку с новой лодкой идёте, а новая лодка-то... А я, наверное, Коля, новую лодку сначала покажу. Точно у нас лежит, материал-то не показан. А потом уже это выложу. Это да, еще тут про нее есть у меня. Да, так что, ребята, смотрим, не переключаемся, будет интересно. Че, Коля, погнали? Погнали. Хотелось бы, Коляныч, показать тебе. Хе-хе, ребята, у меня сумочка для перевозки квадрокоптера сегодня пришла. Сейчас, Коляныч, покажем. Здесь у меня планшет лежит. Очень удобно. Оп. Перевозить. А здесь квадрокоптер. Угу. Понял? И пульт, и все. Угу. Вообще четко стало. И сейчас не надо его там. И кофр у нас свободный. И он влагонезащищаемый. Посмотрим, если комфортно будет, оставлю. Если нет, там чемоданчик, Коля, алюминиевый за 9, за 7 тысяч продается. Куплю чемоданчик и поставим тогда сюда чемодан алюминиевый. Если это не будет непрактично сумочка. Но она, зашибись, она, видишь, как рюкзак сделана. Ее можно с собой переносить, куда-нибудь ездить, там поедем, например, в Египет, когда раскапывать пляжи. Раз с собой его. И все. Едем. Коля, так, масло вроде не перестало бежать. Сальник у меня все потеет. Из-за жары. А тут я посмотрел уже, четвертый день масло не уходит. Просто жарко. Ну давай. Коляныч беспроводную гарнитуру делает. Приехали мы на место. Здесь вот сейчас мы пробежим по этому паханому местечку.
здесь, туда вот сходим. Там он идет деревня, там дальше. А потом мы... Камеру-то быстро не хочу водить. Потом мы переедем, вот там тракт идет, на ту сторону. Там походим. Так что смотрим, что найдем, покажем, как обычно. Что не найдем, не покажем. Ну что, Коляныч, золотишко поднимем сегодня? Да, как бы. Я думаю, пару монет легко. Там где-то деревня вот в лесу есть, но мы ее весной будем искать следующей. Потому что сейчас найти-то найдем, а все равно там, наверное, все заросшее. Поедем, когда травы нету, в мае. Первая находочка, Коляныч, у меня. Что за древность? О, барашек. Древнегреческий. Медный еще, кованый. Рисунки есть? Не-а. А на той стороне? Не-а. Что это такое? Не знаю. Вот у них самый песок такой начинается, вот здесь. Они же раньше не бестолковые были, у них сохи-то были деревянные. Только наконечники кованые это. И вот они обрабатывали, где песок местами. А где вот, как там, там они просто или покосы были, или косили. Вон там, между прочим, вон кладбище, видишь? Где? Вон, наверху. Там вы далеко-то? Да, вот это Кырмышское кладбище. И там за ними есть еще плотина. Тут кирпичи валяются, Коля, я видел. Когда по пашням ходите, ну или по полям, обращайте вот внимание на такие вещи. Керамика. Это у нас черная керамика. 16-17 век. Там специально не обжигали. По интересной технологии. Кому интересно, можете в интернете глянуть. Соответственно, люди были. Находки должны присутствовать. Археологам оставим черепки, они нам не нужны. Ибо на нас археологи постоянно сетуют, что мы там культурный слой нарушаем, ничего не нарушаем. Мы черепки никогда не забираем, нахер они нужны нам. Нам надо золото только. Так я тоже там что-то у меня есть. Смотри, Колян, тут и кирпичи валяются. И керамика есть. Коляна находка. Сам не хочет снимать. Говорит, давай, ты снимай. Ты близко, да? Еле зацепил, Димон. Че? Не вижу, пальцем-то... А, во! Так я тоже там еле что-то... Во! О, так одна пеня, Коля! Ха-ха! Вот это, да, 1899 год. У меня там, походу, чешуя, только ее выцепить не могу. Николай II. Прикинь, Коля, это у тебя очень редкая деньга. Ага. У меня даже в каталоге такой нету. Я такой не видал ни разу. У меня есть книги. Первый раз вижу такое. Ну и Коля, как обычно, чемпион. Первая монета егошняя. Скажи, Коля, что-нибудь. Че, как в наушниках, нормально? Нормально вообще. Вообще, я говорю, удобно в наушниках. Одна пени. А это только одни дураки, вот, которые, да, с пеной у рта доказывают, что пинпойнти не оружие, не наушники. Потому что не работали ни разу люди. И что-то там корчат из себя копатели, блядь. Давай, Коля, набьем их всех. Давай. В следующий раз давай искать. Какая-то штучка выпала, непонятно. Непонятного происхождения. Какие-то фанерки зажаты. Фиг знает для чего. Прямо сверху конинка лежит. Украшение конской упряжи. А там вон керамика. Керамики вообще много, а что-то находок нифига нету. Сейчас переедем с Коляном в другое место. Коля, помаши ручкой. Конина. Бедняцкое поле какое-то. Йогурт ем, сижу, Коляну жду. Сейчас переедем на другое место, на ту сторону тракта. Там у нас находки были, побогаче, чем здесь. Здесь будем ходить много надо. Хотя у меня тут тоже находки были. Так что, смотрим дальше. Сейчас я вам покажу кое-что. Вот такая штучка. Так, как это сказать, показать того. Это
Мелиорация. Не путайте с горшками древнегреческими. Ну, поля раньше осушали, мелиорацию делали. Потом тракторами распахали все эти чугунки, трубы. Ну что, Коля, как у тебя находки? Что, поле пустое? А чё ж ты там ходишь-то, Коля? Раз поле пустое. А? Чё? Чё, говорю, ходишь, если поле пустое? Так фенинг-то попал везде. Ой, так фенинг-то один. Керамики до хера валяются. Что они выключаются? Кирпичей. Чё ты меня спрашиваешь? Твой прибор. Наушники выключи. Должно мигнуть, да? Не мигать должно потом. 3 секунды держишь и все. Чё? Поехали? Да. В город? Там покопаем. Кумен, говорят, у церкви раскопали все. Поехали туда. Я сказал, ага. Ты думаешь, поймают? Ну и Коля. Там банда кумёнских, пускай копают. Они боятся тоже. Боятся? Я говорю, что боятся-то? Говорит, это не у вас. Нас, говорит, посадят сразу. Я говорю, за что вы там? Один хер там газ ведут вам-то. Полазили по куче. А, там что-то все. И что такого? Что там встанет? Запрещено, что ли? Верно. Странные, в общем, парни. Что ты, давай, поехали, переедем на ту сторону. Елочки. Елочки, сосенки поедем. Там еще вот за ту был съезд, я там не был, он за той полосой. Но там трава, туда осенью, весной приедем. Знаете. Я тоже конины набрал. Дика. Че, собирай, или так в руках его повезешь? Так, наверное. Выехали тут недалеко. О, присаживайся давай. О. Что-то находился, Коля, спать захотел. Это хер знает, что спать хочется и все. Ну что-то у меня баланс не стал регулироваться. Баланс грунта. Сразу до 99 бахает и все. Все равно нужно останавливаться. Ручную поставь, там же ручная есть. Так нет, наш, сам. Да, ну, отвалился и, наверное, просто. Из-за этого прибора он не стал. За какого? Без наушников. Без разницы. Влияет падение. Вот просто вручную выставляй там, сколько, 78 и сколько. Заводиться плохо стал, Коль. Аккумулятор на меня. А что, он не так заряжен? Генератор же работает. Или думаешь, плохо заряжает? Да не, аккумулятор на все один, сколько лет. Ладно, купим новый. Переехали мы на другое место. Ой, первая моя находочка. Колечко от конины. Медная. Шляпа, но все же находочка. Здесь у нас пески. Решили с Коляном по полю по самому походить. Мы там по окраине только ходили. Находки были, здесь не заходили. Ибо поле очень велико. Никакого времени не хватит. Так, на удачу ходим. Сигнальчик. Что-то большое. Понятно. О, что-то тут такое лежит. Корень. Под корнем чудо спрятано. Вот она. Алюминий какой-то, труба. Не берем. Опять конина выпала, блин.
Заколебала она. Где монеты? Резная какая-то. Блин, опять жарко сегодня. Лето нынче жаркое-жаркое. Переехали на другое место. Сигнальчик, крестик. Древнегреческий. Угу. Вот здесь мы в елочках ходим. Колечко упало. Детское. Ой. Ой-ой-ой-ой. А может женское? Пальчик маленький был. Обручало. Да, женское, наверное, скорее всего. Какой-нибудь миниатюрный. Девчонки. Мне, наверное, на мизинец даже не налезет. Колечко. Пойдет. Фу. Что-то нету монет сегодня. Что-то хрен из этой жары вообще искать невозможно. Показывай, что нашел он. Клади туда. Да. Вон этот ящик-то. Где у тебя? А, так они ну-то мне отдал. Сейчас я погоди, у себя достану, что мудяк всякий. Сегодня, ребята, у нас коп ни о чем был. Так вы походили. О, крест-то древнегреческий. Часто у нас попадаются, хвали. Mm-hmm. Смотри, его колечко нашел. Mm-hmm. В общем, летняя жара. Искать неохота. Не то, что неохота. Едешь-то мы с энтузиазмом, а полчаса походил и все. Из-за этой жары. Ничего, неохота. Нормально, Коля, фенинг-то такой, да? Угу. Пенни, вернее, не фенинг. Пенни. Пенис, ну, сюда спать я хочу, Коля. Что, домой поедем? Ну, а что, жилище такое? Ладно, ребята, в следующий раз. Более результативный будет ход, да? Мухи начинают кусаться. Да больше-то жара достает. Сегодня у нас, ребята, был коп ни о чем. Как, Коля, вот так, наверное, лучше нас сверху, чтобы не засвечивало. Пойди сборку сделаем из этого ролика. Может быть. Или целый поставим зимой уж, как он есть. Так что, вот такие чушь всякая попадаются. Жарко. Спасибо, кто смотрел, кто не подписан, как вам подписывайтесь, ставьте звездные лайки. Пишите комментарии. А мы будем снимать, продолжать. В следующий раз еще не покажем. Куда съездим. Здесь пока делать нечего больше. Да, Коля? Да. Главное, дальше съездить, кого берут. Жалко. Всем пока. Пока всем.